Он где-то здесь. Куда спрятался, чёрт? Все равно мы тебя найдем. Дави, шакала! Молись, бродяга! Надо прямо. Слева есть Калиун. Можешь заскочить, если хочешь сбросить балласт. Откуда знаешь? Ты что, Хосе, плавал на таком корабле? Плавают рыбы и говно. А моряки ходят. Я тоже было дело ходил на сухогрузе. Золотое было время. Не упустите его! Конечно. У нас все было поспокойнее. Стрельбы никто не устраивал. Самый кровавый инцидент случился, когда четвертый механик избил копа за то, что тот назвал его королем говна и пара. Такая мелочь, а нам из-за этого пришлось 3 недели сидеть на консервах и галетах. Кок никак не управлялся на камбузе с переломанными руками. Хана! Хана!
Сейчас ты сдохнешь, Гринго! Молись, бродяга! Огонь на поражение! Огонь! Нас не спрячешься! Дави шагай! Стреляй в Гринго! Майерс, я тебя немного огорчу. Заказчик информирован о том, что ЦРУ замешано в этом деле, но от тебя требует полной ликвидации производителя этой коки. Индейцев этих из культа возрожденных богов, или как там их? Я знаю, куда тебе отправляться, Майерс. Сейчас я скину тебе целеуказатель. Только мой тебе совет. Подготовься хорошо. Там будет не легче, чем на сухогрузе. Да, и еще. Не лети туда на вертолете. И на самолете не лети. Не стоит. Да, более жутко, чем на том, ну, этом. Ну, где череп? Ага, пейзаж не радует. Гринго.
памятник поставим. Строения тут красивые. Туристов бы сюда возить. Ага, чтобы их рядом с этими бедолагами по деревьям развесили. Вот и все, вождь. Это конец вашего безумия. Нет, Гринго, это не конец. Это только начало. Начало отмщения. Какого отмщения? Кому ты собираешься мстить? Вам, вам, белым. Это вы уничтожили нашу цивилизацию. И кто конкретно должен за это отвечать? Вы все. Я мщу всей вашей цивилизации. Всем, кто отравляет реки и сжигает джунгли. Всем, кто делает из наших детей безвольных рабов. Всем, кто несет людям мира, горести и смерть. Ладно, хватит. Нет, Гринго, не хватит. Ты думаешь, ваши ничтожные сладколюбцы умирали просто так? Ты думаешь, просто так мои воины ложились под твоими пулями? Нет, каждая смерть, каждая капля их крови давала силу нашему Богу. Остался последний шаг. Опомнись, нет никакого вашего Бога, нет никаких высших сил. Вы просто кучка обезумевших зверей с залитыми кровью глазами. Слепец, ты ничего не знаешь. Ты всего лишь... кукла в руках умелых кукловодов. Ты думаешь, что нашел истину? Разобрался во всем? Все понял? Да ничего ты не понял. Тля! Как ты смеешь оскорблять моего бога своим неверием? Смею. Смею. Потому что я в них не верю. Я устал. Люди убивают друг друга из-за денег. Люди убивают друг друга из-за политики. А люди убивают друг друга из-за веры. Зло, причиненное 100, 200, 500 лет назад, хранится в людской памяти и ждет своего часа. Проходят годы и столетия, а оно никуда не пропадает. Только становится яростнее и набирает силу. Предложи осудить человека за убийство, которое его прапрадед совершил 100 лет назад, и тебя назовут сумасшедшим. Но предложи расквитаться с целым народом за то, что совершили его предки 3 века назад, и тысячи сторонников тут же пойдут за тобой, грабя, убивая. И считая себя праведными мстителями, научатся ли люди прощать когда-нибудь? Поймут ли фанатики, что зло, причиненное ими, обязательно вернется? Если не к ним, то к их детям или внукам. А если поймут,
Остановит ли это их? Я не знаю. Я знаю только то, что я очень, очень сильно устал.